шайбу не доставил. Перехвачена она была на борту москвичами. И тут уже можно позволить себе пойти в борьбу. Григоренко! 2-1 за 4 секунды до выхода пятого полевого игрока у ЦСКА. Москвичи, мало того, что гарантируют себе отсутствие пропущенной шайбы, так еще и сами забрасывают. Григоренко! Потрясающее исполнение, смотрите, ничто не предвещал. Шестеркин на партнера, а вот оно было очень неудобно. И Григоренко, который караулил этот момент, шайбу мгновенно вывез в центр. Вот это пространство между кругами вбрасывания, так называемый слот, откуда забивается подавляющее большинство шайб в современном хоккее. Ну и с броском Григоренко тут уже шутки плохи. Великолепно все исполнил. Прочитал ситуацию, забрал эту шайбу и вывел свою команду вперед.